являюсь куратором программы «Комфортная среда» на территории города Назарово. Мы уже говорили неоднократно, часто обсуждаемая данная программа у нас на сегодняшний день на нашей территории города Назарово. За последние два года, если брать, так скажем, в количественном показателе, мы выполнили порядка 49 дворовых территорий. Два общественных места мы выполнили. То есть, если взять средний срез по городу, то порядка 300 дворов у нас на территории города Назарова. Мы практически 30% сделали, не считая того, что есть доля собственников, которые делают дворовые территории за свои деньги путем текущего ремонта. Ну, то есть, также идет благоустройство, это у нас идет игровые площадки, освещение, ну и еще разного рода условия, которые комфортно делают проживание собственникам в данном многоквартирном доме. Буквально на прошлой неделе было совещание на уровне краевом, где на сегодняшний день уже показали такую тенденцию, что, скорее всего, программу продлят до 2024 года. То есть это достаточно очень хорошая такая информация для нас, в принципе. То есть если мы будем идти с той же самой тенденцией, то по идее, прогнозируем 2024 год, я думаю, процентов 50 или 60 от общей численности дворовых территорий мы приведем в порядок. То есть это будет достаточно хороший резонанс для нашего города. К тому же, по последнему срезу, наш город, опять же, занимает одно из лидирующих мест в части отношений к нам со стороны властей краевого уровня, в той части, что мы вовремя закрываем два года подряд, я сейчас говорю конкретно про дворовые территории, закрываем вовремя все объемы, сдаем как положено, то есть не единожды у нас сюда приезжали руководители краевого уровня, принимали дворовые территории, смотрели на качество выполненных работ, то есть есть такое, в виде примера нам сказали, может быть, смещение бюджетов в январе месяце, есть вероятность, что мы можем дополнительно получить какие-то средства. Дай Бог, конечно, чтобы это было. То есть на сегодняшний день прошла комиссия буквально сегодня, пока ориентировочно 12 дворовых территорий у нас вошло на 2019 год. Сейчас мы еще скорректируем сметы, посмотрим объемы, качество дворовых территорий. И я так думаю, к концу следующей недели уже будет известно окончательное количество дворовых территорий, которые будут участвовать в 2019 году. То есть, ради примера могу привести, есть территории, которые на сегодняшний день не закончили работы вообще. То есть, поэтому говорить о том, что мы выполняем работу вовремя, качественно, дай Бог, чтобы нас отмечали дальше. Ну, естественно, лучше бы, чтобы это было в денежном эквиваленте. Спасибо, Максим Сергеевич.